В Японии проходят выборы в Верхнюю палату парламента. Считается, что это голосование станет отражением того, как местные жители относятся к проводимой премьер-министром Синдзо Абе экономической политике, получившей название «Абеномика», а также к его инициативам по пересмотру Конституции. На кону половина из 242 мандатов, на них претендует почти 400 кандидатов. Подобное голосование проводится раз в 3 года. А депутаты избираются сроком на 6 лет. По данным соцопросов, больше всего шансов на победу у правящей в стране либерально-демократической партии. Отмечу, что в этом году избирательный возраст в Японии был впервые за 70 лет снижен с 20 до 18.